В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Заходите, гости наши званые, мы вам все покажем. Золотое кольцо Боспорского царства. В Анапу приехали участники инфотура, организованного в рамках нового межрегионального туристического проекта. И местные следят, конечно, им очень важно, чтобы город был чистый. Анапа – самый чистый город России. В чем секрет мнения жителей и гостей курорта? Я настойчиво рекомендую, чтобы родители не боялись и с удовольствием приводили детей. Самбо в каждую школу. В день 80-летия единоборства на курорте прошли открытые уроки для поклонников этого вида спорта. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в краевом часе контроля. В режиме видеоселектора его провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Одна из основных обсуждаемых тем – обеспечение многодетных семей земельными участками. За 7 лет с момента начала действия этого закона жителям Кубани, имеющим 3 и более детей, предоставлено почти 15 тысяч участков. Анапа – один из муниципалитетов, где эта программа реализуется наиболее эффективно. В этом году на курорте многодетным семьям было выделено 54 участка. Также были рассмотрены вопросы ремонта социальных объектов. По словам начальника контрольного управления администрации края, проверки выявили отставание сроков завершения работ в ряде муниципалитетов. В частности, есть нарушения при реконструкции здания школы в станице Брюховецкой. Губернатор Краснодарского края указал на недопустимость подобных фактов. По словам Вениамина Кондратьева, когда выделенные деньги не осваиваются, возвращаются обратно, это показатель некачественной работы на местах. Глава Анапы Юрий Поляков на этом поручении руководителя края сделал особый акцент. Я не хочу, чтобы мы с вами работали от селектора до селектора. От часа контроля до часа контроля. Я хочу, чтобы вот эта работа, то, что касается Наташи, вот мы сейчас многодетные говорим, ну, чтобы она обсуждалась. И к другим темам. Работу по реализации миграционной политики в Анапе обсудили в рамках круглого стола, посвященного интеграции мигрантов и противодействию этническому экстремизму. В нем приняли участие представители администрации Краснодарского края и города-курорта, правоохранительных структур и национальных объединений. Порядка 20 тысяч мигрантов ежегодно приезжают в Анапу, в основном на заработки. Цифра остается стабильной уже несколько лет. За первые 9 месяцев регистрацию прошли 18 тысяч иностранцев, из них 5 тысяч граждане Узбекистана, более 3 тысяч прибыли из Украины. На долю Армении приходится около 1800 человек. Динамично развивающаяся экономика нашего курортного региона привлекает к себе все больше приезжих, в том числе не только из регионов России на проживание, для заработка, но и иностранцев. Нам действительно важно понимать, как проводить социокультурную адаптацию прибывающих к нам. Поэтому надеемся услышать те решения на этом круглом столе, которые нам помогут в дальнейшем в этой работе. В конце октября текущего года президент России утвердил новую концепцию миграционной политики России. Ее основная цель – максимально полно интегрировать мигранта или переселенца в российское общество. Не должно быть закрытых анклавов. В Анапе действует специальный центр по интеграции мигрантов, где они могут изучить русский язык и историю страны, а также традиции. В целом же многонациональная Анапа является еще и курортным городом, где залог успеха – гостеприимство. В принципе, работа здесь выстроена неплохо. Несмотря на то, что взаимоотношения межэтнические, межнациональные на территории Анапы не обострены, но, подчеркиваю, в первую очередь, это результат постоянной планомерной работы. Вот ни в коем случае нельзя расслабляться. Я знаю, что опыт Анапы – это работа между властями, национально-культурными объединениями и правоохранительными органами. Этот треугольник – это залог успеха. Вместе с тем, в муниципалитете прошли более 180 проверок. На каждую приходится в среднем по 5-6 протоколов о нарушении миграционного законодательства. Это совместная работа администрации курорта, правоохранительных органов и казачества. В итоге 200 человек были вынуждены покинуть Россию по решению суда. Это второе подобное мероприятие, которое проходит в крае. Петр Халанский обратился к участникам с просьбой подготовить предложения, которые вполне могут стать основой для законодательства. Инициативы. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Золотое кольцо Боспорского царства. Так называется межрегиональный проект, который поможет Анапе привлечь новых туристов. Фактически с нуля идет создание целой системы маршрутов. В городе-курорте встретили представителей туристических компаний в рамках большого информационного тура по объектам Краснодарского края. Заходите, гости наши званые, мы вам все покажем, как живем.
гости. Около 20 представителей туристических компаний из Краснодарского края, соседних с ним регионов и Республики Крым. В Анапу они приехали, чтобы увидеть наследие Боспорского царства. После того, как сама Греция и ее культура были ассимилированы Римской империей, черноморские колонии оставались последним оплотом эллинской цивилизации, являясь, впрочем, вассалом Рима и своеобразным щитом от напиравших с севера степных кочевников. Информационный тур – часть продвижения федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В него включены 10 территорий, включая Новороссийск, Геленджик, Тамань и Анапу. Это новые отдыхающие, новые гости, которых мы ждем с радостью на нашей гостеприимной земле. Курортная отрасль – это основополагающая отрасль, которая приносит и в наш бюджет, и в бюджет наших жителей основные доходы. Участники инфотура приехали в город-курорт Стамани. В музее Гаргипе обращают внимание на то, что он находится в самом центре, на набережной. Каждый ребенок вот может вот так натереть, покрутить зернотерку. Это интерактивная часть. Такой ткацкий станок был придуман еще древними египтянами. Гости профессиональным взглядом осматривают экспозицию. Ольга Милюкова из Таганрога Ростовской области. Там родился Чехов, а неподалеку есть античный памятник. По образованию Ольга преподаватель музыки. Уже больше 10 лет занимается организацией туристических маршрутов. В распоряжении компании есть собственные автобусы и возможность принимать туристов из любой точки страны. Шикарная перспектива. Просто мы ходим и восторгаемся тем, что нам показывают. Вот, это очень интересно, очень познавательно. И действительно, есть возможность привлечения туристов. Я здесь с той целью, чтобы составить какое-то понимание и потом это привозить группы, конечно. В свою очередь, в городе-курорте уже разработали 3-, 5- и 7-дневные маршруты с проживанием и питанием. Совместно с региональным министерством курортов и туризма специалисты прорабатывают транспортные маршруты, чтобы отдыхающие могли самостоятельно посетить объекты, включенные в проект. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. И в продолжение темы. Анапа признана самым чистым городом России. На втором месте Сургут Тюменской области. Незначительно отстает от него столица Мордовии Саранск. Исследование проводил крупнейший российский портал «Домофонд». Респондентам предложили оценить утверждение: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10. Причем Анапа за год показала хорошую динамику роста, прибавив 0,4 балла. Регионом лидером в рейтинге чистоты стал Краснодарский край. Из 7 городов региона, попавших в общероссийский рейтинг, нет ни одного, получившего оценку ниже 6,6 балла. Это очень хороший результат, сообщается в исследовании. Анапа действительно за последнее время заметно изменилась. В начале осени глава города дал старт акции по озеленению курорта. А как поддерживается порядок в самом чистом городе России, как сохранить и приумножить опрятный и ухоженный облик Анапы? С этими вопросами мы обратились к жителям нашего курорта. Главное не мусорить, следить за тем, чтобы приезжие не мусорили. Потому что иной раз обращаешь внимание, что проходят вот особенно не местные. Местные следят, конечно, им очень важно, чтобы город был чистый. Я так и думаю, что да, чисто там, где просто не мусорят. Вот и все. Если человек сам приучен к дисциплине, к самодисциплине, то у него все будет в порядке. Я вижу, что в Анапе очень красиво, уютно, комфортно и чисто. Я все свои бумажки от конфет и прочего ношу в своей сумочке до урны. Очень хорошо жить в чистоте. Приятно. Я приехала с Сахалина. С июня месяца я уже здесь постоянно живу. И не могу нарадоваться. Вот до такой степени все хорошо, красиво, убрано, чистота. Фотографирую. Готовы служить отчизне? В Центре культуры «Родина» прошел традиционный конкурс для допризывной молодежи «Призывник-2018». Подробнее в нашем сюжете. «Призывник-2018» прибыл. Расстояние от духа бодрое, готов нести службу. Рапорта о готовности участников. С этого началась конкурсная программа. В составе жюри – военные, казаки и представители общественных организаций. Уже победители – те молодые люди, которые стоят сейчас на сцене, потому что нужно набраться смелости, выйти, поучаствовать. А это же не только приветствие, это еще ряд
конкурсов, которых нужно с достоинством и честью преодолеть. Перед участниками конкурса стояла непростая задача – не только показать свои знания, но и продемонстрировать творческие таланты. Стихи, песни, танцы, театральные постановки. Артистизм в этот вечер проявлялся в самых разных направлениях. Оригинальным и ярким стало выступление Тихона Миролюбова, участники номера «Вся его многочисленная семья». Конкурс на знание истории стал одним из самых интересных. Вопросы касались событий, которые происходили на территории Кубани в годы Великой Отечественной войны. Болельщики изо всех сил поддерживали своих конкурсантов. Финальный конкурс также заставил участников проявить всю свою смекалку, обыграть ситуацию из армейской жизни. Для этого потребовалось знание не только устава, но и находчивость. Так как я после обеда не смог пролезть. Застрял в заборе, да? Да, застрял. Это точно бывало, не собирал, самоволочку не собирался? Подождите, а вы знаете, кто украл тушенку? Кто? Двоежика? Ты ел эту тушенку? Она же просрочена. Отличное мероприятие. Море позитива. Я сам прямо зарядился. Отличная поддержка зала. Ребята молодцы. Видно, что они талантливы, они готовились. И лишний раз я убедился, что у нашей страны определенно есть очень хорошее будущее. По итогам конкурса определились следующие победители. Третье место занял активист Объединения православной молодежи «Круг» Арсений Немов. Второе место досталось студенту Анапского сельскохозяйственного техникума Владимиру Шрейфогелю. Призывником 2018 стал Тихон Миролюбов, выпускник Воскресной школы Преображения. Меня батюшка благословил, мой духовный наставник. Ну и я решил поучаствовать. Ну, им семья поддержала. Победители конкурса были награждены ценными призами, грамотами и абонементами в городские фитнес-клубы. Руслан Душевский, Анапа регион. В этом году в школах Анапы приступили к реализации проекта по внедрению уроков самбо в школах. К 2021 году он должен охватить все учебные учреждения региона. А сегодня, в день 80-летия этого национального вида спорта, в 7-й школе прошли открытые уроки по единоборству. Вид борьбы, вид спорта еще добавим. Хорошо. Какой? Самбо. Действительно, молодец. Нет, танец – это самбо. Эти ребята узнают сегодня не только о том, чем отличается танец от борьбы. В день самбо титулованные спортсмены и тренеры показали и рассказали школьникам о всех преимуществах этого вида единоборства, который признан национальным. Кто-то впервые в жизни увидел яркий ковер с нарисованными кругами. А вот для шестиклассника Жени сегодняшний урок самбо – отличный повод продемонстрировать свои умения. Евгений уже занимается в спортивной секции. И показательные броски ему сегодня позволено выполнить в паре с чемпионкой и просто красавицей Диной Воронцовой, неоднократным призером первенства мира и Европы. По словам самого юного спортсмена, борьбой он увлекся не так давно. Решил пойти по стопам старшего брата. Дедушка тоже спортом занимается, брат и я. Еще и младший пойдет. Самбо – это самый лучший вид спорта, как по мне. Случай с Женей показательный. Занять призовое место парню удалось всего лишь после 3 месяцев тренировок. Действительно, об универсальности самбо известно давно. На вопрос, со скольки лет можно начать заниматься этим видом спорта, чтобы достичь результатов, специалисты хором отвечают – в любом. Кого-то приводят в 12, кто-то начинает в 5 лет. Между тем, тренеры считают, что знания приемов самозащиты необходимы каждому. Самбо учит и мальчиков, и девочек, как себя вести в экстремальных ситуациях. Директор школы, где учится Женя, не скрывая эмоций, признается, что для нее самбо – особый вид спорта. Это здоровые амбиции и самодисциплина, которой так не хватает нынешним школьникам. У меня сын занимается самбо. Он занимался с 4 лет профессионально, поэтому все, что связано с атрибутикой, с коврами, с самбовками, с одеждой – нам это все знакомо. Я не просто рекомендую, я настойчиво рекомендую, чтобы родители не боялись и с удовольствием приводили детей и в спортивные школы, и к нам в внеурочную деятельность, и всячески поддерживали нас в этом начинании. Напомним, Краснодарский край в числе первых наряду с Приморским краем и Карелией включился в эксперимент по внедрению самбо в школах. И пускай ребята пока не владеют приемами, но по версии разработчиков программы, дети должны знать историю самбо и гордиться ею, ведь она во многом перекликается с историей России. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион.
Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.